Итак, я сейчас приехал в город Шалон-сюр-Сон. Вот так правильно называется. Шалон-сюр-Сон. Кому интересно будет, вам на карте точку скину в комментариях. Так, пропускаем. И что-то у меня опять, не знаю, с утра, думаю, может пройдет. Опять машина стала дергаться. В общем, такие вот, ребят, в дороге бывают нюансы. Поехал. Сейчас опять что-то непонятно что. Ну ладно, вот так. В общем, буду сейчас сокращать маршрут. Хотел еще заехать в разные места. А надо поеду напрямую. Вот так вот. И все, давайте посмотрим городочек небольшой. В дороге какие только нюансы не бывают. Город, видно, что не очень туристический. Тоже рядышком парковка, буквально каких-то там 800-900 метров. Но я взял самокат, чтобы побыстрее. И нужно прогуляться. Вот. Полиция ездит прям по центру. Круто. Так, здесь мост, вот куда идет развилка, и вот сюда,
Интересно. О, меня видно тут путают. Говорит, Украина. То ли Париж, то ли не знаю. Какие-то. Выходим на какую-то площадь. Площадь, вот. Температура сейчас 26 градусов. Ай-яй. Такой городок. Ну, какие интересные стены. То ли их ободрали. Уже не пойму. Сука. Как будто даже город знакомый. По-моему, я здесь гулял. Даже помню, да, на автодоме останавливался тоже здесь. Точно. Сейчас вспоминаю. Да, ну, в общем-то, вот центр. Прошелся.
Итак, все. Всем хорошего дня.